Самокат сдали обратно, но взамен взяли велосипед. И у Гохарика такие реакции. Она очень рада. Смотрите, сколько деталей, сколько чего надо собирать. Потом покажу вам конечный результат. А Кахтер, она тоже пробует собирать вместе с папой. Ня-чан! А-чан! Все. Мы все собрали. И уже катаемся по дому. И к нам пришел Сурен. Работает водителем пока что. Вау! А здесь у меня старая одежда, которая была у мамы. Сегодня привезли, поэтому здесь так висит. Про зеркало молчу. Молодец! Она, кстати, помогала собрать эту коляску. Я поставлю фотографии, вы увидите в конце видео, как она это умеет делать. Просто прилетают самолеты. И вот какая красота ровная. Гоя, кстати, уже знает, где небо, где самолеты летят. И смотрит. Когда я ей говорю, вон самолеты, она поднимает голову и смотрит на небо. И насыпала на себя песок. Пока мы игрались там. Здесь очень уже холодновато. Не то, что холодновато, уже холодно. И я хочу ее отвезти домой, но она никак. Гохарик. Гохарик уже проснулась после дневного сна. И играется с велоколяской своей. Положила покушать Гугарику, она взяла все, выбросила на пол. И ничего не кушает, а играется. Первая прогулка Гугарика. Посмотрим, как пройдет. Потому что на улице она, возможно, что попросит. Не попросит, а потребует, чтобы... Она сама катала этот велик, поэтому я боюсь. Поехали. Грани как будто грани. Мы вместе гуляем. А тигранник спал и кушал бутылку. Бутылка упала, поэтому плачет. Почти что электрическая. Вау! Кто это встал? Сейчас будем меняться местами, чтобы Тигран тоже катался. Так, мы пошли дальше. Чтоб солнце было солнечно. Дян! Как для привета? Касса приветера, бабуин приветера. Дей, ванны нагад всякого. Мы уже дома. Сейчас Гухарик играет с этими деревяшками. С помощью папы. Да. Ка, то, то. Шоника, хап, 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 хап. Кто будет спать? Чисто. Точно не Гугарик. Кто будет кушать? Да. Точно не мама. Да, радуется. Чисто. Чисто стал. А, да тут. Вау, молодец! Чукуна. А вот это. Рыба, рыба. Готова. Она по пути домой кушала пряник. Как чисто?
все, если не ошибаюсь. Сегодня чуть-чуть с фруктов и этот пряник. Сейчас время 13:30. Время спать. И время кушать. Но подожду чуть-чуть. Пускай играет. Ходим на улицу. У нас утро 10 часов. Пошли, пошли. Глухарика хотела показать, как одела ее как мальчика. Но ей нравится. Мы идем к маме. Я вчера приготовила хачар. Я чуть-чуть спускаю для мамы. Заодно, если она еще не выпила кофе, выпью с ней кофе. Поднимемся. Гохарик заснет, а я буду убираться. Просто я вам не показала состояние нашей квартиры, что она сделала. Я ей тоже дала хачар, она все по дому разбросала. Мы уже дома, я попробовала уложить Гугарика спать, но она не спит, она играет. Сейчас покажу, сидит на балконе и играет. И я начала убираться дома и вспомнила, что можно вам показать перед тем, как убираться, в каком состоянии у нас находится квартира. Для начала вот так Гугарик встает там самостоятельно и боится звуков. Машины гоняют, и она из-за этих звуков боится. Так, Гугарик играет здесь. Это она так делает. Джан, не бойся. Гугарик, это машина. Грама там Диана, газа там Диана. У меня была здесь стирка, я собрала, еще включила машинку. Короче, весь дом, вся квартира в расположении Гугарика. Джон, я здесь собрала постель утром, но ничего страшного, еще раз соберем и еще раз. Гугарик, давай покажем кухню. Правда, я уже чуть-чуть собрала. На столе у нас... Ай, она поднимается и спускается как раз там, где опасно. Смотрите, видели? Хлеб бросает. Я ей объясняю, что нельзя, почему нельзя. Но все равно ребенок. Здесь я только что убрала. Здесь еще один слой мягкий был. Я уже в стирку положила. Короче, сегодня я дала ей покушать. Конечно же, попробовать покушать. Даже в ротик не положила. Даже не знает, как на вкус хачар. И, конечно же, естественно, это все у нас сейчас на полу. На видео не так уж страшно видно, но, уверяю вас, этот хачар сейчас у нас по всей квартире распространился. Потому что мы ходим в носках, прилипает вот здесь у нас хачар на полу. Там был хачар. Я взяла несколько штучек было. Хлебушек у нас везде здесь. Фрукты, овощи, которые я порезала, дала ей, чтобы кушала. Тоже не кушала. Игрушки частично я отсюда убрала уже. Гугарик, пойдем покажем еще и зал в таком состоянии. Потом, если она заснет, я это все уберу. Ну, в холле у нас нормально, только на полу хачар. Здесь сейчас будет кавардак. Зачем? Вон, взяла и идет дальше. И прямиком. Угу. Значит, это тоже надо будет постирать. Здесь я приготовила одеяло Гугарикино и свое, чтобы и подушку. Я же говорю, хотела ее уложить спать. И как я хочу ее уложить, мне тоже спать охота, поэтому мы засыпаем вместе. Одеяло для меня, одеяло для Гугарика, подушка для меня. Но, как говорится, не тут-то было. Она взяла и вот играет со своими игрушками по всему дому. Взяла еще метло, подметала здесь, конечно же.
чистоплотная она. Под диванами опять-таки у нас игрушки. Здесь одежда, которую я должна еще постирать. Что еще? Ну, здесь игрушек пока не трогали. Здесь и здесь не трогали. Поэтому они пока что на месте. Вот. Я еще вам покажу видео, почему у Гугарика всегда волосы лохматые такие. Потому что она начала сама расчесываться. Поэтому так. Я собираю, она расчесывает. Попытка, не знаю уже номер какой. Это особо не хочет спать. Я уже как только не попробовала уложить, не получается. Время уже 15 минут третьего. Она в это время уже в обычные дни просыпается. А сейчас мы встали... 7 часов, да. С 7 до 14:15 уже мы не спим. Два дня подряд она спала день-два раза. Два или три дня так у нас было. А вечером 7 часов засыпала, 9 либо 10 просыпалась, потом опять засыпала. А один раз было такое, что 7 часов заснула, проснулась следующим утром в 7 часов. Сейчас вообще ни в каком глазу не хочет спать. Все делать, лишь бы не спать. Я здесь уже убрала подушки и одеяло, которое приготовила для того, чтобы заснуть. Но убрала уже, потому что не спит. Поменяла ей памперс, штаны. Перед тем, как поменять памперс, кстати, она уже, у нее закрывались глазки, но она сделала памперс, поэтому мне надо было поменять, а то так я не уложу ее, чтобы потом попка не красная была. И у нее сон пропал, видимо. Но бесится, да, бесится. Ну и что думаете, дорогие друзья, мы выходим на прогулку, потому что Гугарик все равно не спит. Вот. Скоро уже 3 часа. Выйдем прогуляемся, пока солнечные дни, не потеряем время.